Добрый вечер, друзья, добрый вечер. Игорь Жабский представляет. Сегодня 11 июля 2018 года. Время 25 минут 9 вечера. Я на Сенькиной шапке. И вот я подошел к скале. И тут на закате вылезли щитоморники. Сейчас я вам покажу. Они уже морду спрятал. Вот я покажу сейчас его. Их тут несколько штук. Вот он двигается, он в середине голова его. Тут целое семейство. Вот его голова. Пока я настраивался, он голову убрал. Вот они тут двигаются. Как раз они на закате тут вылазят. Греются. Вот их тут. Это 3 или 4 я посчитал. Вон там дальше тоже, видите, шевелится. Там поменьше. Тут побольше. Мама, папа, я, дружная семья. Вот они на солнышке тут и греются. Я тут стою на скале, вот на этой, на самом краю. Сейчас покажу, уже солнце заходит. Такой пейзаж тут. Речка раздольная. Не буду там поднимать, потому что будут блики солнца. Вернемся опять к нашим змеям. Что они там себе собираются делать? О, затихло. Мама или папа? Вот там вдалеке вот он мелкий детеныш. Мы с тобой одной крови, ты и я, мудрыка. Такие вот они тут. А вот еще один. Вот видите, голова его. Это, наверное, папа. Вот по раскрасу. У мамы более яркий раскрас, а может быть наоборот. А у папы потемнее. Сейчас я попробую опуститься пониже. О, папа усек уже мое движение и спрятал голову. Вон она, спрятана голова. Чувствует малейшее движение. А мама наблюдает одним глазом. Не знаю, там мама с папой обвились или кто там, потому что разный цвет. А это вот маленький один. Пониже сейчас опустимся. Так, кто из вас двигается, мама или папа? Или вообще там еще один? Непонятно. Сколько вас там? Папа вроде он не двигается. Затих. Вон они все. Солнышко. О, еще одна голова появилась. Видите, уже вторая голова. То была вот одна. О, еще одна. Выходит, их тут 4. 1, 2, 3. И вот папа там, он 4. Сейчас обернусь, и сзади тоже будет еще 4. Вообще будут вот такие вот
каменные джунгли для змей. Собрался уходить домой, уже спустился по каменной гряде. Думаю, дай-ка еще подымусь по другому пути. Поднялся еще раз. И вот сейчас пройдем немножко панорамкой. Там уже заря. Вот там вдалеке Покровочка. Сейчас я покажу самый центр, наверное. Вон она. Разноцветные крыши. Там где-то в конце и мой дом с разноцветной крышей. И все. Сейчас еще раз посмотрим на змей, за которыми я охочусь. Может, еще одна голова появится. Не, любопытная. Тоже хотят в интернет. Да, четверо, наверное. Папа, мама и двое детишек. О, папа головой шевелит. Опа. Опять спрятал. Шустрый. А эти стоят. Голову высунули. И смотрят. Ну, не буду вас тревожить. Наступает ваше время охоты. Так что охотьтесь. А я пойду домой. Ну все, пока, друзья. Пока. До новых встреч.